Сегодня самая веселая погрузка за мою карьеру. В общем, грузим 3 грейда разных. И за каждый грейд, после каждой погрузки, да, этого груза, нужно делать драфт-сервей. Вот, сейчас уже второй грейд грузим. Камни чуть покрупнее. 2120. Усложняется тем, что нужно все это замеры делать. Дождь поливает, мешает. Осадки снимать. Вот. Это главный минус. Вот счетчик у них. 2766 у нас погружено. Форт Халсик. А вот это результат моей вчерашней погрузки. Начали мы 5 утра, закончили в 20 часов вечера. Ориометр сломался. Печально. Больше таких у нас на судне нет. Придется заказывать.